В эти выходные по православному календарю родительская суббота и Троица. Но из-за пандемии кладбище посещать не рекомендуют. Ограничительные меры действуют до особого распоряжения в РИО главы региона. Сейчас на кладбищах перекрыты входы, на территориях дежурят мобильные группы. Население, в принципе, массы своей больше знает, что запрещено. Тут и епархия выступила, телевидение, то есть средства массовой информации. На каждом кладбище будут лица ответственные от районной администрации, от сельского поселения, депутатская группа, актив, ну и правоохранительные органы, прежде всего это сотрудники МВД, по возможности будут объезжать территории, предупреждать и профилактировать, чтобы эти дни праздничные все же люди провели дома.